Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия и регионального ОФСБ России во взаимодействии с управлением МВД России по городу Улан-Удэ при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших незаконное производство и сбыт немаркированной продукции через мелкорозничные магазины. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков в складских помещениях и жилых помещениях нашими сотрудниками изъяты более 25 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции 15 торговых наименований, около 1,5 тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, оборудование, фурнитуры, поддельные акцизные марки, а также более 1 000 пачек табачных изделий различных марок с признаками контрафактности. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.